Машины, ралли какие-то, магазинчики. Не, ну нормальный такой район, че. Good district. No, not good district. Not good for what? Мясо. 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 Meat. Meat. Yes. Meat barbecue. Barbecue meat. Старичок за рулем мотоцикла. What is it, special force? Computer shop. Computer? Computer shop. Ah, computer club for playing game? Yes. No. Компьютерный клуб, да, для игры. Thank you.
Center. Конечно, живет и выпало в деревне. Это у них главная церковь Сан-Педро Апостол Париж называется. Вот немного заснимем эту Апостол Париж. Там вот наверху вместо колоколов поставили громкоговорители. Main square? Plaza. Там Plaza. А, это такая. Главная площадь. Okay. Where we go? I don't know where you want. I don't know where you want. I don't know anything else. Only the church. Ah, I see. Okay. Я, конечно, еще не вкурил, но да. Мини-стоп. В Японии у нас есть мини-стоп. Thank you.
Гасолин. Запах бензина. Питьевой кокос, это не для еды. А здесь вот фотостудия. Там находится салон, парикмахерская. Салон. Это вот местный рынок. Местный рынок. Да. Пауншоп. Там всякая всячина продается. Там одежда всякие, часы, батарейки к ним, украшения и так далее. Фотографии показаны, неплохие такие, на паспорт делают они. Один на один, по дюймам они такие. Их измерение в дюймах идет. Что-то они несут, они надо, да? Not the finish yet? Нет, not here, is it? Yeah, because they will... They're only for commercial. Because they will, the juice will spread here. Nice. Да, короче, здесь они грязные, говорят, там вот внутри где-то там вскрывают. Поэтому я хотел заснять, как это вскрывают, но не получилось. Поэтому сейчас. Вот здесь вот всякие трайки стоят. Вот я как-то катался на таком, показывал видео. Очень, скажем так, классная вообще покатушка. Это новый, кстати, даже мотоцикл. Только вот недавно, видимо, переделали под трайк. Вот. Достаточно хороший вид транспорта, очень такой достаточно быстрый и безопасный. Но всегда вот можете заметить, вот, что мототехника у них всегда чистая, несмотря на то, что на улице грязь и пыль, мототехника у них всегда чистая. То есть они, видимо, каждый день, может, или через день моют. Что-то не несут-то нифига. I did think what they gave us with nuts. Yes, it has nuts. Hmm? It has the inside.
Надо идти, блин. Так что я выключаюсь.